Добрый вечер, Игнатий Тихонович, слышно? Ну, это что-то никак там не ладится у Сергея-то. А сейчас слышно меня, нормально? Ну, нормально. Так, давайте видно? Ваши вопросы, а то я не успею сегодня. Вот. Первый вопрос. Для чего было создано монашество и монастыри? С какой целью? Откуда оно пошло? Отвечаю. С самых первых времен. Вот. Я отвечаю. В первую очередь обращаюсь к вам. Как к вам вопрос этот подошел? Откуда вы его взяли? Вы же не монах. Я вот смотрел некоторые ваши ролики, и там много о монашестве, вам задавали вопросы, спрашивали, и вот просто для себя я вот, ну как, откуда оно вообще с самого начала завязалось? Ну вот я этом? Понял, то есть на этот вопрос я вас спровоцировал, да? Ну не то, что спровоцировал, я просто хотел начало вот, откуда оно пошло. Я там не услышал меня в ответах. Вопрос интересует, как он у вас в голове созрел этот вопрос, а остальное я понял. Меня интересуете вы лично, как вы до этого дошли, задать такой вопрос? Ну не знаю, это вот внутри меня откуда-то. Вы не монах бы был. Так вот, Евгений, на этот ваш вопрос вам правильно мало кто ответит. Монахи ни один не ответит. Они не знают или скрывают. А вы задали вопрос в нужном месте. Я житиями, а это только из житий можно узнать, из трудов святых монахов. Я ими занимался очень много и насчитал все 12 томов на пленку. На пленку. И у меня это на сайте выставлено. Это 1173 биографии, которые больше, чем поллиста занимают. Остальные я в счет не брал. Я их насчитать, но... Не стал считать даже. Ну, маленькие, совсем о них информации мало было. Угу. Монашество от слова «моно» один. Не в церкви как будто нигде, а «моно». Оторваться от общества. Вот от пензенские, которые были в Пензе там под землей, они прямо все по уставу сделали. Прямо ушли под землю. Их ругать не за что. Это православная вера. Они православные люди. Кузнецова там запрятали в психушку. Это не так совсем дело обстоит. Когда церковь обмерщилась, то есть провозглашена была государственной религией, и хлынули туда тысячи, миллионы. Почему? Потому что это сулило выгоду, занять нужную должность, с работы не выгонят, прекращение гонений, преследований. И были тогда люди ревностные, хорошие, и они это видели. Церковь придешь, базар, улица. Вот как сейчас патриархии. Это примерно вот то состояние. Оно тут и есть, только сейчас еще хуже. И которые были ревностные, они ничего не могли сделать. Они искали выхода, не находили. Вот те годы, мы, имея эту ревность по Боге, к нам приезжали наши знакомые батюшки. У меня батюшка сегодня видели, отец Аким. А церковь была одна в Барнауле, Покровский собор. Никитинская, 137. Мы приходили, молились там, причащались. А потом иногда заходили, стояли у двери и между собой рассуждали, с улицы еще заходя. Вот что можно сделать, чтобы не было это пришел-ушел, как говорят, захожане. Мы ничего не находили, кроме того, как церковь запереть на замок. Чтобы не было торговли, не было чужих, каноны соблюдались, оглашенные изыдите выполнялись. Ничего нельзя сделать. Мы ходили, гуляли в лесу и обсуждали. Вот отец Геннадий Фаст, который был, это тоже мы с ним обсуждали. Я находил выход только один. Мои предложения были. Если нам отдали бы этот храм, его сразу надо замкнуть на замок. И ни один человек, чтобы туда не попадал. А во дворе начинать занятия. И кто покается, кто обратится, кто уверует, недели через две или через месяц. Тогда дверь открывается, иногда цепь есть, она цепь не дает полностью открыться, как вот домашняя бывает дверь на цепочке, чтобы вот так по одному человеку. И все время учить заниматься. Вот это положение было в той церкви, которая обмерщилась. И поэтому находились люди ревностные, и они вот как мы рассуждать, они этим путем не пошли. Это им не по силам было. Это гиганты духа были, но здесь они были как пигмеи. Они решили, пропало все, спасения нет, надо уходить. Не молиться по-настоящему, туда-сюда, торговля. И они пошли в пустыню, а там есть нечего. И они поневоле должны были корешки выкапывать, на корешках питаться.
монашество – это вызов был тогдашней обмерщенной церкви и миру. Но пошли они совершенно не в ту сторону. Выход был только один – благовествовать. Монастыри вбирали в себя не худшее, а лучшее. Туда шли люди ревностные, которые не соглашались с об этой обмерщенной церковью. Вот все бы так делать, вот так бы вести, да тебе еще надо церковь открыта. Такие тогда они и были. Тогда вот именно так все и было. Но выход был только один. Они не пошли. Стали, первый это Павел Фивейский, а потом Антоний Великий. И они сами придумывали уставы. А другим являлся кто-то под видом ангела. Это контактеры были с потусторонними силами. И они их не знали. Так что мне, нужно нажать или еще? Они не знали. Не уходи никуда. Ты ушел опять. Ты здесь, нет, Женя? Я здесь, здесь. Я с вами буду говорить. Все, теперь видим друг дружку. Ну вот, видим. Пробился. Меня на самый низ поместили. Как вы посмели? Ой, ну ладно, это просто иногда можно сказать веселые слова. И вот эти люди... Вы говорите, а я буду там встревать, если что. Можно так? Вот эти люди, которые уходили от мира, они стали объединяться, чтобы быть вместе. Вместе это лучше. И как у Пахомия было 11 тысяч монахов. Ну ты вообрази, 11 тысяч мужиков, ни с чем не связанных. Только работа. Угу. И там перечисляется, у него было сколько? 16 портных. Угу. Которые были токари, кузнецы, переплетчики книг, писаря. Все работали. Там лодыря не было. Но все это было вызовом евангельской веры. Евангельская вера, идите по всему миру и проповедуйте. А они сказали так, никто, чтобы слова не говорил. Монахи по колоколу идут обедать. Дорога не разговаривать. Сидят за столом, не разговаривать. Вечером уже дело скоро к отбою. Вот как Феодосий Пещерский. Он идет и к каждой келье прислушивается, разговаривает или нет. Если разговаривает, он по двери хлопает. А ну прекратить. Все. Это тоталитарная секта стала. Самая настоящая тоталитарная секта. Они все отдали. Секта тоталитарная называется то, когда нет права распоряжаться своим имуществом. Нет права передвижения. Нет права слова. Это полностью, абсолютно на 100% было выполнено только в монастырях. Больше нигде. Даже советская власть, Гитлер этого не могли сделать. Я занимался монастырями, их уставами от и до. Вы мне найдите человека, чтобы понятно было, что я говорю сознанием дела. Кто все жития до единого не считал, а просчитал. И потом мне пришлось... Ну, не по порядку, а полностью прослушать на 10 раз. Это, считай, 120 дней будет. Я классифицировал, заново прослушивал, составлял симфонию, житиями занимался. И сделал, выбрал из всех житий первый век, потом из всех житий второй, 1173 жития. Те, которые по размеру больше полстраницы. Полстраницы, а которые меньше, я их не считал, а их там столько же было. И вот, занимаясь ими, я увидел, это абсолютно антиевангельская организация. И я сделал вывод и такой афоризм. Монашество в том виде, в котором мы его сегодня знаем, принесло зло больше, чем вместе взятое. Мусульмане, язычники, коммунисты, фашисты, масоны. В несколько раз. Почему? Никто из этих, кого я перечислил, не могли засмолить рты верующим. Они и в вузах, и в тюрьмах, как Бойко, как Азаров, там, все, которые у баптистов были, Хмара Николай, они проповедовали. Я сам там был, проповедовал. Меня вот вызывает начальник РОР и говорит, вот сколько у нас здесь сидит, 3000 человек. Ни один не делает то, что на воле делал. У нас только один вы делаете то, что на воле делали и здесь делаете. За что вас посадили? А вы продолжаете тоже сделать. Я говорю, меня за это не посадили. Меня посадили за то, что я на пленке и распространял архипелаг ГУЛАГ, брал интервью раскулачивших. Здесь я не беру. А за веру меня не садили. Это не за веру. Тогда статьи такой не было. Так вот я теперь поворачиваю туда. И те люди, которые уходили туда, они считали,
спастись можно только размышляя, считая Иисусову молитву, быть неоскверненным от мира. А Господь говорит, иначе надлежало бы вам выйти из мира. Я не сказал, возьми их из мира, но сохрани от зла. Это вызов Христу, монашество. И монашество это так распространилось, что стали распадаться государственные устои. Ганский собор говорит, ну как, жене неохота быть с мужем, она в монастыре, все, попробуй, достань ее оттуда. Муж бросает жену, бросает детей, бросают родителей. И тогда Ганский собор, вопрос, Ангирский собор тоже, и они правила выносят такие. Если жена оставляет мужа ради благочестия, да будет под клятвою, то есть да будет проклята. Если оставляет родителей, да будет под клятвою. То есть государство стало распадаться, никого нет. Отдельные монастыри насчитывали по 50 тысяч человек. И монастыри эти уже стенами не окружались, некуда было окружать. Целое селение переходили. Живут нормально, все есть, ни о чем не надо думать. Так вот. Монашество было образовано, а нужно ли оно? Да, нужно. Для чего? Чтобы воспитывать хороших миссионеров и отправлять. А когда состарятся изнемогающие, их допаивать и докармливать. Представь, человек свободный. Павел говорит, не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый, мирской, он о жене думает, как угодить, а ей никогда не угодишь. Напрасный труд. И также жена. И вот поэтому-то с благими намерениями, но не по Евангелию принятый устав, он пришел к чудовищным результатам. Я рассказываю о том, что в уставах. Вот монахи живут. Какое самое большое преступление? Ни один не скажет. А при входе в монастырь у них сажали три дерева, пальмы, и на них висели три плети. Плети, пороть которыми. Это очень серьезное наказание. Это для тех, которые провинятся монахи. Второе. Для тех, кто новонащальные приходит, и для гостей, которые нарушали устав. Это такого в колхозах не было. Это даже в лагере не в каждом такое было, в сталинском лагере. Посылки получать нельзя. Его проверяют на прочность. И вот он живет в монастыре 3 года. Он понимает, квартиру забрали, вот сейчас квартиру забирают они у них. Ничего нету. У него только одно. Как бы сойти за лояльного, что я покорился, все, и выйти на работы за стены монастырские. А там он договаривается с товарищем или с кем-то, или один, и как только бригадир отвернулся, он в кусты и дёру. Так вот, самое страшное наказание было тому, кто бригадир не заметил побега за 3 часа. И его не поймали. С собаками его ловили, ну как вот в Освенциме там сбежал кто-то. И они его ловят. Каким наказанием подвергался этот бригадир, все описано. Ему прощения не было. Как, работник убежал? Да какая же это свобода-то? Вот один из случаев. Умерла жена. Он остался с ребенком. А ребенок небольшой, 5 лет. Вот такой Женечка, он пришел к монастырю, они говорят, а мы с детьми не принимаем. Он говорит, а до меня-то принимали. Ну куда я пойду? А ты согласен от него отречься? Конечно. Так, ты ребенка больше не жалей. Он тебе не принадлежит. Ты согласен? Распишись. Теперь они его принимают. А что умеешь делать? Он сапожник. И вот они теперь испытывают. Он сидит и сапоги шьет. Они его не где-то, а на улице сажают. Чтобы его ребенок видел. А ребенок знает, папа его любил. Тятя его лелеял, тятя его кормил, а сегодня никак. Он подходит, они специально на него вшивую одежду надевают. Грязный, некормленный. И он подходит, тятя, папа, есть хочу. А он шилом ковыряет и даже не смотрит. А они наблюдают за ним. Наблюдают, как он себя ведет. Он никакого внимания не обращает. Ребенок-то, а где чувство любви, где заповедь о любви? Это ничего по боку все. И вот этот ребенок день плачет. Другой, посинелый. Они ему побои наносят. У него синяки, кровь. А отец виду даже не подает. Я отрекся от него. Это, они говорят, вот это, какого приняли? А это хороший монах. Они смотрят за ним. Но видят его непробивной мужик совершенно. Тогда они подходят к нему и говорят, твой пацан
Он орет все время, как осел. Ты его должен в реку бросить. А рядом недалеко река, обрыв. Хорошо. Ребенок как только подойдет, ты должен бросить. Ребенок подошел, Женечка, тять, ис, хочу. Я сплю на голом полу. Он ему говорит, он не поймет, ребенок, что с отцом сделалось. Как он мог превратиться в такого безжалостного лютого зверя? Любящий отец. Отец, ни слова не говоря, хватает его в охапку, бежит и бросает его в бурлящую реку. Это монашество. Но они как сделали? Там перегородку сделали, сети поставили. И ребенка вылавливают, откачивают его. И говорят, вот это приняли мы. Это настоятель будет у нас. Авва, он будет руководить монастырем. Это безжалостные, жестокие уставы были. Я рассказываю то, что есть. В другом месте даже он пекарем был. Сказали, брось его в печь. Но тут они говорят, выловили. Кого вылавливают? Ребенок там в бурлящей реке, кого вылавливают? Еще вы дурью маетесь-то. Там ничего не найдешь. И кто он там будет, тогда его несет там по корягам. Ты почему? Ты должен случай, его отдельные. В печь. Это же отдельные случаи. Как говоришь? Это же отдельные случаи. Основное монашество совершенно не то лицо имеет. Отдельные случаи. Да, отдельные случаи, они описаны. Это отдельные случаи к нам попали. Но они не отдельные там были случаи-то. Это правильно. А этому говорят, ты хлеб печешь, ты ему крошки не давай хлеба. А он плачет. И как придет в следующий раз, бросай его в печь. Печь пылает огнем, он схватил своего собственного сына и толкает в огонь. И Бог сотворил чудо, печь угасла. Да угасла ли она? Да где это видно, чтобы своими руками отец толкал? Это единичные случаи. Но они их... Дураки всегда были во все времена и будут всегда. Но нельзя же ориентировать все монашество на эти случаи. Не надо ориентироваться. Они поставлены как маяки. Не то, что я выбрал плохой случай, а они их описывают и показывают. Вот таким ты должен быть. Образец для подражания. Это образец для подражания, а не то, что я там говорю и выбрал какие-то плохие моменты, и теперь все, монашество я поношу. Они их выставляют как маяки. Вот такими надо быть. Вот они встречаются, два Авва. Авва – это отец, ну, лет по 70. И вот один над одним трудится, другой над другим. Говорит, ну и как? У меня, говорит, хороший ученик сейчас. А чем он хороший? Это как образец. Это все написано. Ну как? Я вижу, он работник такой. Я решил его испытать. Я ему дал прутик сухой. И говорю, посади его. Посадил он его. И теперь поливай. И эту воду он должен носить ежедневно, за, допустим, за 2 километра. И поливать эту сухую ветку. А он в окошко смотрит. И в день поливать его не раз и не два, а 4 раза. Это сколько километров? Несмотря на болезни, на погоду, ежедневно. И он туда-сюда, туда-сюда ходит. И вот видите, уже 3 года он эту лозину. Представь, куда силы тратятся. И подходит, ну как, чадо мое? Не знаю, отче. А растет оно или нет? Я не могу знать, отче. Я выполняю, что ты сказал. Да будет имя твое святое. Но он взял его, потянул для виду. Да оно же сгнило. Он выпал. Ну ладно, не надо. Не надо. И вот теперь они встречаются, а у тебя какой ученик? Он говорит, о, у меня еще лучше. Вот видишь, говорит, камень стоит. Ну, а камень там тонн 250. Валун громаднейший. И он и говорит, Ваня, этот колун, прикати сюда. Ваня со всех ног кинулся, побежал. Вот она зашла сюда. Где отказать-то? Еще к нам лезут сюда. Я их не беру. Уже все, хватит, нацепляли. Так вот. Почему? Берите, приглашайте все. Сергей, ну, слушай, а то опять прервут они у нас. Мы по делу говорим. И вот когда это все они выставляют как маяки, это образец для подражания, это говорит, куда же это все забрело? Где главная заповедь о любви? Ее в помине даже нету. Никакого прощения, милосердия тут даже в помине нигде нету. А где же заповедь Христа? Идите, проповедуйте Евангелие. А тут только одно безмолвие. Высший дар безмолвия. И он, этот камень, 250 тонн примерно. Ну где-то его 250 тонн, ни один кран не поднимет. А он подбежал его плечами, упирается, давит. А они сидят, старцы, сидят и смотрят. И долго он будет так, до вечера будет так. А он потеет, пот течет. Ну явно и тому, и другому понятно, что камень не сдвинут. Но он делает. Он делает, у него послушание, это
дороже поста и молитвы. Дороже поста и молитвы. Это прямо дьявольские слова. Потому что дьявол побеждается постом и молитвою. И они это оружие отобрали, а послушание сделали выше. Поста и молитвы. Это у монахов везде они говорят, сегодня так. Послушание паще поста и молитвы. Я говорю, это супер дьявольские слова. Это дьявол вам вернул. Пост и молитвы сатану поражают. Это я недавно в Грузии был и выступил на эту тему. Как монахи там на меня взъярились. Самые сильные враги истинного евангельского учения – монахи. В том виде, в каком они есть. Я за монастыри. Я за то, чтобы люди не связывали себя с семейными узами. Павел говорит, хорошо, если будете как я. Подражайте мне, как я Христу. Ну, женишься, не согрешишь. Ну, семейный человек, что? И рассказывает такой рассказ. Вот один был, когда одинокий, он решил идти. А куда идти? В монастырь, не на благовестие. Но все-таки рассказ касается этого. Он сидит, до берега дошел, переплывать надо, смотрит, лебеди летят. Да так они курлыщат там. И в это время подошел старец один и говорит, что смотришь, да под облаками, говорит, летят лебеди. Говорит, какая красота. Он, а ты далеко пошел. Да я в монастырь, хорошее дело. А у тебя родители есть? Да, есть. А как, да болеют оба. Вот это ты нехорошо сделал. Ты сначала их допоить, докормить. Но мать говорила, надо жениться, в хозяйстве некому работать. Это мать, он им говорит, ну ты послушайся родителей. Он женился. Родители похоронил, дети подрастают, думают, надо идти, поздно будет. Пришел, сидит на берегу, смотрит, гуси летят. Невысоко, но хорошая стая. И опять старичок подошел, далеко ли пошел. Он все ему рассказал. Это нехорошо ты пошел. У тебя дети тут как имение будут делить. Дочерей это замуж выдал. Да нет, не выдал. Нет, ты сыновей живи, жени, дочерей замуж выдай, тогда идти. Вот так надо делать, как я. И он вернулся. И вот тогда пришло время, все поженил, внуки выросли. Теперь Горбатинский с палочкой подошел и на берегу сидит. И вот видит, летит ворон. Летит, одно крыло подбитое, до половины реки долетел, плюхнулся и вот потоком понесло. Старец подошел. Итак, ты помнишь или нет, как было? Вот первый раз, когда ты пришел, одинокий был, это вот лебединый полет твой. Второй раз пришел, это вот гуси. А третий раз, вот ты сейчас общипанный пришел. То есть смысл в этом тот, что не в монастырь идти только, а на благовестие. Вот тогда будет объяснено. Я хотел спросить, а почему у вас синее всегда показывает? Женя, у вас синий цвет там. Синий цвет, почему? А, не знаю. Вот сейчас у меня открылась ваша видеокамера, и я вас сейчас вижу, ладно, а было фото сначала. Я объясняю по монашеству. Большего зла никто не сделал. Это вот к мусульманам, Андрей Кураев говорит, за 6 столетий ни одного миссионера, подобного Кириллу Мефодию, не послали. А брали с них ИСАК налоги. И встретились только на полях сражений. И там, где были города, где были Вселенские соборы, одни развалины, ничего нету. Монашество ушло в песок. Нет ничего-то монастырей, где был Антоний. Ни одного человека нету. Это самое лучшее доказательство. Они высасывали силы из народа и самые лучшие уходили в песок, не давая потомства. 2 миллиарда мусульман могли быть православными. Вот и все. Поэтому я настаиваю на том, что монашество должно быть, но не в таком виде. Вот это правильно было поставлено у Елисаветы, Марфа-Мариинская обитель. А они обеты не принимал, а в одеянии были, как монашеское. И они ухаживали за больными. И вот одна подходит к ней и говорит, матушка Елисавета, вот я за этим-то ухаживаю, у него ногу там, ступню оторвало, Нестор-то, а он такой хороший. Матушка, а мы полюбили друг друга. Он меня зовет в деревню, благословите. Она говорит, Бог тебе в помощь. Езжай, Настенька. Я тоже присмотрелась, этот Нестор-то прекрасный человек, крестьянин. Дай Бог вам хороших детей, послушание родителям. Ты хороший урок прошла здесь. У тебя послушание есть. Мужу никогда не перечь только. Да, матушка, я тут научилась молчать. Вот это вот надо. Чтобы они готовили хороших невест. А не так, что спеленали его, клятву дали, а теперь иеромонахи, иеродиаконы выходят замуж. А это уже под клятвою. Вот монашество.
Еще вопрос. Все ясно, спасибо. А еще вот я о секте хотел новоапостольской вопрос задать. Я вот в ней был, они, ну как, они себя называют новоапостольская церковь. Вот. От протестантов эта ветвь идет. И вот они, у них там так сейчас будет какой-то праздник, да. Общины их праздник. Меня пригласили. Я там, потому что 2 года служил диаконом, то есть тогда еще был у меня поиск истины, истинной веры, и вот как бы я там вот к ним пришел и прослужил 2 года в сане диакона. Потом, значит, мое сердце не было наполнено, напитано, так скажем. То есть я ощущал духовный голод, вот так. И я вышел и пришел потом уже вот к православию. Вот теперь они вот, у меня дружеские связи с ними остались. Я хотел вот спросить, стоит ли, они меня вот пригласили на это вот мероприятие свое, стоит ли мне туда ходить? Святые отцы не советуют даже близко приближаться к тому месту, где тебя грех уже запнул. Запнул, то есть подножку поставил. Допустим, ты имел связь с женщиной. А теперь обратился, уверовал, я пойду женщине это засвидетельствую, и она обратится к Богу. Не обратится, ты там утонешь. Тебе оттуда не вылезти. Тебя засосет, это, говорится, черная дыра космическая, тебе не выйти оттуда. Не ходи. Так эти еретики, ты уже с ними спознался, кое-что получил, и ты будешь их оправдывать. Пойти можно, для свидетельства быть, но ты сам должен укрепнуть. Пойти не один, пойди с батюшкой, поговори. Может, у вас есть миссионеры где-то. А если у тебя есть люди, которых ты увлек туда, или родственники, теперь плачь и молись, чтобы они ушли оттуда. Да, вот как раз это, когда я туда пришел, за мной многие друзья пришли, знакомые мои. То есть, ну как, и моя сестра родная пришла. Потом, значит, когда я ушел уже оттуда, они мне все говорили, а что же ты ушел? Я говорю, нет, то есть здесь я не могу оставаться. А нам как быть? Я говорю, ну я хотел бы, чтобы вы тоже пришли к православию, ибо истина в православии. Но вы должны выбор сами сделать. Но я говорю, буду за вас молиться, чтобы вы вышли оттуда тоже, потому что я очень, душа моя была неспокойна. И потом моя сестра ушла оттуда через некоторое время. И друзья мои, вот, которые со мной пришли туда, за мной вернее, вот, они тоже постепенно, кто раньше, кто попозже, чуть-чуть вышли, ушли. И что самое интересное, многие пришли к православию. То есть, вот. И я был, ну как, душа моя немного успокоилась тогда. Вот. Вы только никогда не называйте этих еретиков церковью. Церковь только нет, там, они... где есть епископат. Епископат от апостольских времен по рукоположению. Я вам говорил, это православие, католицизм, григориано-армянское, коптское и сирское. Вот 5 сильных, у которых это есть. Дальше церковь отсутствует. Поэтому, тем более те, которые не признают Святую Троицу, они попадают под 6 Вселенских соборов. Тут и спрашивать еще. А 7-й Вселенский собор, иконоборческий, которые там были, их всех накрывает. Они его не признают. Поэтому никогда к ним не приближайся даже. Потому что там был, сам не окрепший. Я говорю как, вдвоем, втроем, потому что другие будут помогать, будут молиться. Я 51 год занимаюсь миссионерской работой среди сектантов. И один, как правило, не хожу. Обязательно кто-то должен быть. И апостолов Господь посылал по 2. И когда получилось так разночтение, такой апостол Павла с Варнавой из-за Марка, то они не пошли. Ну, я пойду туда-сюда. Нет, каждый избрал себе. Павел пошел силой, а Варнава взял Марка. Вот так. Понятно. Что у вас еще? Ну, в общем-то, все вот вопросы. Хотел пожелать вам поездки, вот это, которое у вас намечается на 27 мая, да. Вот, чтобы в этой поездке у вас все было благополучно. Я вот еще, Божьей помощи. Я вас сегодня познакомил еще с одним из нашей поездки. Виктор Николаевич Савченко. Сейчас он подойдет к нам, чтобы увидели его. Вот сюда, Виктор, подойди-ка. Вот рядом, вот он где.
Вот он. Это Потеряевский, наш учитель, вас. Спортсмен. Да, да. Он пишет музыку, и 80 примеров моих стихотворений положил на музыку. Вот. Ну еще он поет. Он оператор у нас будет. С ним надо разговаривать. Если что-то мы. Вот все нам подсказывает, что надо, надо. У нас не получится дорогой. Но взять с собой ноутбук можем был. И где мы будем останавливаться, наша ставка будет. Раз в неделю мы можем выходить. Раз в неделю, один раз в неделю. Но каждый день никак. Мы другой раз в потемках останавливаемся. Мы не знаем, как пищу приготовить. Нам надо спрятать, машину закрыть. Это мы едем в лесополосах ночуем. Это не просто так. Это очень даже непросто. Тем более, когда мы едем за границей, там никуда с трассы не съедешь. Нам только на остановках надо. И очень опасно. С нами едет собака, она нам очень сильно помогает. Ну, видите, в прошлом году мы 15 государств прошли. Но Господь благословил, мы вернулись живые. Если благословит, то будет и в этом году. 5 июня мы должны пересечь Шенгенскую границу. На Грецию пойдем. Ну, а дальше у меня очень сильное желание побывать в Англии. Пройти до Португалии, как Бог даст. Мы не загадываем, но желание есть. Вот видите, Виктор фотографирует нас уже. Так, если вопросов нет, вы в следующий раз можете прийти со своими товарищами. Если у вас будут даже встретиться вам знакомые, которые вы были там в этой секте, в этой ереси, и они пожелают беседовать, берите на беседу. Вот это можно сделать. Понял, хорошо. И при том, когда вы у них были, вы получили там Библию, никогда это не забывайте. Будьте благодарны Богу. Нет, я это все ценю, да. Они мне действительно подарили Библию. И, ну, вообще дружеские у нас отношения остались очень даже теплые. Так, я сейчас вопрос задам Сергею Козлову. Сергей, у вас вопросы какие-то есть вот на беседу или что? У нас там есть вопросы, которые вы мне писали в этом Mail.ru. Надо обсудить. Вы хотите бежать уже, да? Которые в Mail.ru вопросы, да мы отдельных тогда разберем-то. Я думал, что вот здесь, что Женя... Говорит, а вот я хотел, что я по монашеству вот совсем не согласен даже. А, Сергей, я хотел это показать икону-то тебе вот. Помнишь, я писал же? Писал? Вот та икона, посмотри. Видать? Да. Вот. Я ее нашел, не я, вернее, нашел, ее нашли в макулатуре, на мусоре там, в бумажной фабрике. Принесли в церковь, ее вот отдали мне, чтобы я рамочку сделал, вот такую. Ну, просто мне сказали, возьми, ты, может быть, что-то отреставрируешь, потому что там-то иконы у них своих, ну, хорошие есть иконы, все. А это что, она на кордоночке тонкая такая. Но мне вот это понравилось, вот, очень краски вот такие вот нежные, тона, вот что, и что это очень заинтересовало. И лик Богородицы такой светлый, вот не знаю, вам видно, нет? Да, видно, вот. Хорошо видно. Хорошо. Вот. Я не специалист, Сергей это пусть отвечает. Вот. Такая икона, ну, батюшка осветил ее в церкви святой водой, молитвой, все, вот. Красивая, да? Красивая, да. Вот. Ну, это ладно. Все, извините, что я перебил вас. Так, я снова к Сергею обращаюсь. Сергей, может, что-то хотели сказать по этим вопросам? Знаете, я по монашеству. Я вот не согласен все-таки с монашеством-то. Помогу сюда. Он говорит, не согласен. Согласен? Не согласен. Не согласен с чем? Вот спросите у него. С чем не согласен, ты не понял? Ну, с определением монашества такого вот. Ну, а я что сделаю? Другого нету. Все претензии к нему, к монашеству. Я говорю только то, что есть. Вот когда мне задают вопросы в университете, все, я говорю определенно. Вот, сегодня выступаю я, ну, отвечаю на вопросы. Это какие там задают политика, экономика, социология, мне разницы никакой нету. Я отвечаю на все вопросы. А дальше говорю, вот кто знает жития, по житиям давайте, по монашеству. И у меня 7-8 том «Открытым оком» я отвечаю на 400 вопросов. И ответы даю, почти не даю. Я говорю, это вот так, а дальше житие святого за такой-то день и копирую в кавычках. До буковки оттуда
Ну, копирую и вставляю. Копирую и вставляю. Допустим, естественно, вы... там, естественно, есть и противоположные стороны, но можно много положительного также и по житиям вынести из монашества. Очень много положительного всего. Да. Меры благочестия и все такое. И жизнь монашеская как пример вот, именно вот благочестия и достижения человеческих вот каких-то, понимаете, именно вот, вот душевных таких укреплений. Правильно. Все-таки как в смирении вот в этом, и человек вот покоряется другому человеку, и в любви вот в этой, понимаете, есть чему научиться. Правильно. Все это правильно. При одном условии, если бы не было Евангелия, и Христос не приходил на землю, вот тогда на 100% правильно. Но так как Христос все-таки приходил и оставил Евангелие, и Он говорит, я вас не сужу, а слово, которое я говорю, оно будет судить. Евангелие от Иоанна 12:48. Значит, вывод один. По монашеской жизни меня Бог не будет судить. А будет судить по Евангелию. А Евангелие говорит, идите по всему миру. И проповедуйте Евангелие. И как проповедовать, если не будет послано? Вера от слышания. От слышания, а не от монашеских размышлений и взгляда на пупок на свой. А слышание... Конкретно ваш пример – это хорошее доказательство монашеской жизни. Именно вы показываете хороший пример монашества. Да. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А его Слово Божие у них в руках даже не было. Они его не знали совсем. Я говорю это, насчитав 12 томов, еще два тома просчитав настольной книги священнослужителя, нашел, что 174 жития, которые не попали в те у Дмитрия Ростовского. Они позже, эти люди, жили-то. Я самое полное издал. По векам. И другого нигде нет. Это антиевангельское, вопиющее, кричащее антиевангельское. Они будут добрые, все, но не евангельские. И тогда где ты будешь? Они будут говорить, он добрый. А я буду говорить, добрый и неспасенный. Да они такие кроткие. Кроткие и неспасенные. Тебе недостаточно этого? А вне Евангелия спасения нет. А почему? Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Постарайтесь запомнить. Исследуйте Писание. Запятая. И вы думаете иметь через них жизнь вечную. Через Писание. Запятая. А они свидетельствуют о мне. Не монахи рассказывают, а они Писание, которое в руки они и не имели, у них не было Писания. Они его не знали. Они ответы давали совершенно не согласуясь, не сверяясь с Писанием. И я в этих двух томах это показываю. И при том, как они отвечают, я беру их, копирую оттуда. На один вопрос я отвечаю из 10 житий, иногда из 20 разных житий беру. Из разных веков. Они все одинаково отвечают. Не евангельские. Они этого пути не знают. А вот к примеру, возьмем оптинских старцев. Как вы считаете, пример хороший? Вот, хороший пример. Пришли к революции, ничего нету. Все пошли под нож. В это время народовольцы работали с народом. Маленькими брошюрками завалили всю страну. А монахи сидели, упивались друг другом. Сибаритствовали. И чем кончилось? Никогда ни одно учение в мире не терпело такого краха насильственно, жестокостью, как православие. Это, конечно, 1534 год, 43-й там, который был, я могу цифру эту даже сказать неправильно, Константинополь пал, и далее 1917 год. Чтобы православие в России держалось, нужно было 14 уголовных статей, которые преследовали всех, кто не покорялся. Не так слово сказал, не так. Петр Первый добивал. На исповеди священнику сказали, что он связан с революционерами, или сам думал, священник под подписки обязан был сказать, иначе ему тюрьма грозила. Исповедь не сделалась тайной. Это отбросило от церкви самых лучших людей. Это вот описывает Спиридон. Миссионер, он в Туве работал с этими, с бурятами. И у него один сидит и говорит, я на исповеди батюшке сказал, батюшка, я вот познакомился с такими, душа так болит. И я увидел, что они царя ненавидят и замышляют это. Я сразу от них отошел. Разрешите мне от этого греха. Я к ним ходил на собрание, вот как вы, к новоапостольским. Вот. Священник донес, его арестовали, 10 лет. И он теперь сидит и думает, семья разрушена. Дома нет. И за что? Поп меня выдал. Я на исповеди был. А поп-то что?
А у него указание такое. А уже дальше Сергиевская декларация. Ваши радости, наши радости. 1927 год. И поэтому сегодня то, что вот натворили с православной церковью, превратило ее в отбросы общества. Самая поругаемая, самая поносимая организация, какая есть у нас в стране. Никакого авторитета нет. А монахи где-то сидят там, пупком своим любуются. Нужно это или нет? А был, если... был пример, пример такой, Великую Отечественную войну, тоже какие-то катакомбники, монахи, как они распространяли Слово Божие и Евангелие распространяли и молились, как они за наши войска и тому подобное. Несли такое вот тайное прямо под землей где-то они вот, понимаете, как? То есть они до поры до времени сидели, а потом просто пламенем загорелись и молиться начали. Ну, это вот был такой во время войны. Так, целое тоже братство там. Понимаете? И много-много таких примеров различных, когда монахи проявляли себя в истории вот таким путем. Отвечаю. Молиться должны все, а не монахи. Монашество – это выдуманная совершенно организация, не заповеданная Богом. Господь сказал, иначе вам надлежало быть взятым из мира. Не молю, Господи, возьми из мира, но сохрани от зла. Это вызов Евангелию, вызов словам Христа. Молиться, еще молиться, в монастыре надо? На фронте надо молиться, у станков надо было молиться, где работали, где в колхозах загибались, ничего не давали. Молиться везде надо, а я зайду, буду молиться. Наша специальность. Такой специальности не было нигде. Написано, все должны молиться, и притом непрестанно, это все выдумка. Так а они, что они? Они несли слово. Да какое слово, когда они Евангелие в руках не держали? Даже брякнуть одно слово нельзя было. А они бы шли несли. Это выдумка, этого не было. Этого не было нигде. Тем более в советское время монахи шли, проповедовали. То есть глупости какие. Ни одного случая даже не было такого. Он шел... Я найду, обязательно покажу. Сейчас. Это они сегодня пишут, там Илья, Ливийский гор, ничего не было. Жуков облетал с иконы, ничего этого не было. Это 100% мистификация, выдумки. Уже 100 раз опровергали и говорили, это никак. Ничего нет, они начинают сказки, мифология заниматься, мифотворчеством. Монашество нужно только для одного, готовить миссионеров и эти полки миссионерские отправлять. Вот я спрошу, сколько было монастырей в России? Даже монахи не знают. Я отвечаю, 1275. Но в монастыре было не 2 человека. Было по несколько человек. Это сколько же они за эти годы заблокировали-то людей-то? Сколько? А если бы они все шли проповедовали, как вот отделенные баптисты? Отделенные. Даже эти вот ваши новоапостольные-то, они не сидят, они проповедуют. Они благовествуют. Как умеют, по-своему. Да страна-то как бы подкатилась к этому. Да, даже во сне бы этого не было. И поэтому Бог наказал. И что интересно, у монахов профессиональная болезнь. Ноги, лопаются вены, стоят на месте. У них ноги гнилые. А у благовестников написано, как прекрасны ноги благовествующих мир. Они шагают, они тренированы, как прекрасны. И монахи не могут показать нигде, кто обратился. А почему? Потому что благовестие есть священнодействие. Всех до одного. Откуда вы знаете? И такая книга есть, «Деяния апостолов». И там написано, Савл поднял гонение когда, и все рассеялись. А 8 глава 4 стих говорит, а рассеявшиеся ходили и благовествовали. Апостолы были в Иерусалиме, не прятались, не монастырь. Они шли в храм, молились, их там хватали. Они там проповедовали. А остальные шли по миру. И поэтому, говорит, гонение, как костер, когда при сильном ветре разбрасывают, тем шире оно разгорается. Монашество убило живую веру и загубило страну православную, в первую очередь Россию. Тут уже ничего не надо говорить. Вот эти слова, что брат Сергей говорит, можно было говорить до 17 года еще, надувать пузыри. Сегодня никак нельзя. 1275 монастырей. Это какая же селище-то была? Десятки тысяч храмов. Не один, не два, там, а, как перечисляют, 65 тысяч. Да в каждом храме был батюшка. Возьмите вот свидетели Иеговы, такие ходят. У них у каждого звание какое-то есть. Там бывают пионеры, там сержанты, они по-своему называют, полковники, генералы. Он обязан в течение месяца каждый пройти, допустим, 35 квартир. К
каждый. Это самая быстро растущая секта. За счет чего? За счет благовестия. Это Дворкин говорит. Каждые две минуты новый рождается. Так он один десятки православных погубит. Они работают. Вот мне звонит одна бабушка. Мы познакомились. Она была православная. Она приходит к батюшке. Отец Алиферий, я вот Евангелие приобрела. Считаю, а не понимаю. Агафья, что тебе надо? Ты ходишь в церковь? Да, батюшка, я хожу в церковь. Да вот Евангелие. Ты как сектантка какая-то. Какое тебе Евангелие? Ты причащаешься? Да, я пощусь, причащаюсь. Не надо тебе ничего этого. Проходит время, она считает и не понимает, толкования-то нету. Она опять, отец Алиферий. Ох, как ты надоела мне, бабка. Что тебе надо-то? Зачем тебе это надо? И вот однажды она говорит, ко мне стучатся, звонят. Я открываю, там две такие красивые девушки стоят. И говорят, а вы не хотели бы Библию изучать? Да проходите, любезные, заходите. Я теперь свидетельница Иеговы. А батюшка ничего не хотел мне сказать-то. Я наконец молилась, и Бог меня услышал и послал мне своих людей. И она уже ничего не хочет слышать. А поп проклинает ее. Его надо проклинать, а не ее. И она пишет мне, она инвалид второй группы по глазам, 84 года. И она пишет в каждую клетку мелким красивым почерком. И я насчитал больше 70 мест Библии указал. Она меня переубеждает. Я ей послал книгу к истинному православию. Так ее свои яговисты перепугались. Сожги ее. Они говорят, побоялась сжечь. Они говорят, давайте мы сожгем у себя там. Кто отвечать будет за эти души? Иоанн Златоуст говорит, если одна душа, вот только одна, погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. А их погибли миллионы благодаря этой небрежности, благодаря этому надуманному монашеству. И монахи захватили все посты, все епископы были, чтобы не женаты. Да откуда взяли? Когда апостолы были женаты, они еще выше апостолов. Они не знают жизни, не знают семейной жизни, они ничего не знают. Они знают только строгое иерархическое подчинение. А вот есть еще вот пример ну, вот такого мнения у кого-то из святых отцов, к примеру. Кто-то еще так говорил вообще о монашестве? А мы считать можем только то, что нам пропустили. А все рецензировали монахи. И поэтому они ничего не могли пропустить. И кто писал, он сгинул вместе со своими трудами. Это так понятно. Если даже колокол, который созвал людей, что вот Дмитрий там зарезал, сын Ивана Грозного, и колоколу этому язык оторвали, и колокол сослали в ссылку, то что спрашивать про людей? Лев Толстой собирает средства и отсылает духоборов, эти были молокане, чтобы они выехали там в Аргентину, в Канаду. Житья никакого не было, староверов гнобили. Они тысячами сами себя сжигали, только чтобы этим людоедам не попасться в руки. Это же никакой не секрет. Да какая же это вера? И вот сейчас они готовятся, и, может быть, канонизировали Бобов. Фамилия его архимандрит, говорит, его епископом поставили. Вот. И книга его у меня была в руках. Большого размера книга. И вот этот, который у них там был, или Ферий, кажется, он в театр колоколом собирал людей. Епископ был в движении с Петра Первого. И вот как весна, он брал с собой полк солдат, и там на болотах, где марийцы, чуваши живут, он туда. И вылавливали их с болота. Они бросали все и убегали где-то. Пытают? И они все, батюшка, мы все православные, все. Лишь бы только не пытали. Лишь бы только огнем не жгли. И это они описывают как пример сегодня. Да какая же это вера? Где вы такое нашли, протопоп Авакум говорит, чтобы каленым железом привлекать к себе? Христос так разве учил? Когда апостолы хотели сжечь деревню, где не приняли, он говорит, не знаете, какого вы духа. Православие не знает евангельского Христа. Нам написано подвязать единодушие за веру евангельскую, не монашескую. Монашество – это самый большой вызов евангельскому учению Христе. Почему? Они заблокировали проповедь, и все пропало. И погибла Россия. И только поэтому. Почему? Живого слова нет, никто не сеет. Вера от слышания. А как уверовать, если не будут посланы? Не было такого никогда. А были люди такие? Конечно, были. Я считал их, имена знаю. Вот, такие, как вот Никипелов, там считаешь, что это, его считаешь, Неплюев. Общины образовывали. И как они были преследуемы, сейчас книжки выпускают. Притом православные выпускают.
Покажи, брат. Сейчас он покажет. Вот, вот вам ответ. Вот, вот она, брат книга. Владимир читает сейчас. Вам видно ее, нет? Да, видно. Вот она книга. А вот его фотография, вот, вот там фотография, и здесь фотография. Что-то замкнуло. Мне нет. Сегодня, можно меня я за... минутку скажу? Я вот сижу где, перестала двигаться. А, ну да. Замкнуло. Брат Владимир рассказывает об этом. Для меня это как, ну я не знаю, как фантастика, что такой человек жил в конце 19-го, 20-го, начало 20-го века в православии. Это вообще невероятно. И гонимый постоянно. Да. Он общество образовал. Да. Людей собрал. Для меня это откровение какое-то. И нам не надо смотреть, а кто поддерживает, кого нету. Большинство там, где Бог. Я говорю по Евангелию, во свете Библии. И ни одного слова они никогда не опровергнут. А как опровергнут-то? Еще я когда Тихонович, можно? 7-8 том, я копирую. Копирую из житий святых. Да. Вот, Сергей, вы вопрос задавали. Кто из святых так подобно говорил, как Игнат Тихонович, да, о монашестве. Ну, вот у Игнатия Брянчанинова есть это. Игнатий Брянчанинов, 19 век. Он объезжал в качестве, ну, духовного инспектора по монастырям. И едва ли, говорит, сколько, три или там? Четыре. Или четыре духовных центра монашества. А остальные это, ну, просто... Ради покоя, говорит, телесного. Это 1275. И Осипов Алексей Ильич, профессор МДА, говорит, что какое состояние было до революции. Если бы, говорит, все хорошо было, то и революцию не надо было делать. И там, говорит, семинаристы пошли навестить своего преподавателя. И, говорит, узнали с удивлением, так вы, говорит, верующий преподаватель, верующий. Но он заболел там, и посетили его. Какое состояние было. Семинаристы удивились даже. Да главное, Игнатий Брянчанинов пишет, они с товарищем вместе решили, ну он офицером когда-то был, ушел, пришли в монастырь, а монахи их враждебно приняли, ничего не дают поесть, они картошку достали и чистят ее топором. Я никогда не видал, чтобы топором картошку чистили. Это монахи, и он все это описывает, с какой злобой они относились к нему. Какое оно монашество-то? Если он на 1275... И только четыре едва ли есть, которые духовного ищут. Да зачем он нужен? В те времена-то уже не только о монашестве. Уже предсказания были о православии, что православие уже умирает, не то что монашество. Вот почему Феофан Затворник, он канонизирован сейчас Говоров, и он говорил, одно, многое два поколения пройдет, и православие в России исчезнет. 1861 год. Что спрашивают? Да. Да уже не два поколения прошло. Я говорю, или это был лжепророк, или он имел в виду совершенно другое православие, не сегодняшнее. Сегодня православие заключается в беспрекословном подчинении епископу. Все. И нигде ни одного слова не сказать. Они не талантливы абсолютно, тем более в вере. Они не ищут угождения Богу. Мысли, свои слова, книги, они не сверяют с Евангелием. Им это не надо. У них нет пророческого гласа. Оно все затхлое, все умершее. И главная вина – это монашество. А можно ли выправить? Мне это не поставлен вопрос. Я работаю. Работаю, беседую с монахами, говорю, а уж как удастся. Но не прятаться. Теперь-то уже что об этом говорить? Монашество на сегодняшний день, его действительно не существует. Вот, а о прошлом-то уже и смысла нет говорить. А Игнатий Брянчанинов говорит, остались одни актеры. А актеры, говорит, ничего не сделают. Для него монахи были актеры. Это не я придумал, это его слова. И ты, говорит, видишь, каким потоком мутным все идет в церкви, как все идет. Своей немощной рукой не пытайся задержать, я просто сметет. Я не пытаюсь задержать, я просто трубою крещу, непрерывно свидетельствую. Дайте людям живого Христа. Отойдите в сторону. Служители тьмы и мрака. Они Бога не знают. Вот ответ Евгений по монашеству. Да, спасибо, Игнатий да. Тихонович. Поэтому, очень, поэтому, очень пространный и... ответ, очень какой резкий. Надо молиться. Каждый день молимся за иноществующих. Мы обязаны молиться. Никогда не лгать, не допускать ни малейшей лжи. Вот, допустим, я студентам говорю,
Вот следующее занятие, на ваши вопросы я буду отвечать поэзией. Поэзией, которая была в России за 300 лет от 300 поэтов. Ты понимаешь, что это за цифра? 300 поэтов. Это и Анна Ахматова, и Рождественский, и Высоцкий, и Маршак. Все, начиная с Сумарокова и Ломоносова. За 300 лет поэты. И я отвечаю в течение одного месяца на каждый вопрос из 6 поэтов. Маленько, понимаешь, что это такое? И эта книга у меня 26-й том «Открытым оком». Возьмите ее. 26-й том. Поэты России. Что сказали по определенной тематике? Допустим, меня вопрос задают, а какое участие поэты приняли в подготовке революции? Я задаю вопрос сейчас самым знатокам литературы. Ни один не может ответить. Я говорю, ну хоть одного-то назовите. Маяковский. Ну хорошо, одного Горлопана нашли, а второй... Я по 6 человек беру, и после каждого указываю места писания, где он не прав. После 6 поэтов я после каждого показываю место из Библии. Посчитай, сколько. Вот у меня стихотворение написано, 4 книги стихов, по 800 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов. И каждое стихотворение с библейским эпиграфом. Это 3000 с лишним мест Библии. Ну что? Это как можно научиться-то? А иные стихи, 36 строчек. Напротив каждой строчки указано место Библии, откуда взята мысль. 36 раз надо Библию открыть, чтобы стихотворение одно прочитать. Такого никогда не было. А откуда, знаете, Бог дал. Бог дал. Я трублю и кричу, дайте людям Библию. Откройте Библию. А попы со злобы лопаются, на меня злятся. Игнатьевич, а как вот сейчас кому идти проповедовать, если не знает никто Библии, не знает никто? Сейчас вот опять же по семинариям возьмем, абсолютно люди неграмотные в семинариях, их не учат ничему. Как проповедовать? Кто будет проповедовать? Ну так, я вопрос задаю. Я проповедовать находил кому? Образовал кружки. Мы занимаемся 3 раза в неделю, по 2 часа на дому. Меня арестовали. Ну что, напроповедовался? Ничего подобного. Я проповедую в кабере. Узнают. Дальше меня отправляют по этапу. Привезли в Новокузнецк, в Кемерово. Я в кабере нахожусь. Буквально за 1 сутки уже узнали, что к ним привезли кого? 2 этажа тюрьма. С 2 этажей охранники собираются вниз вечером. С 8 до 10 я проповедую. Дверь камеры открыта. 30 с лишним узников, и ни один не закурит. Я предупредил. Нашел в камере 3 человека, которые не курят. Они тщательно моют руки, у меня с собой Евангелие. И пахан, это старший, как над преступниками-то, он следит за всеми. И оборони Бог, кто-то закурит или слово скажет. Головой в параше будет сидеть. Я нашел, где проповедовать. В тюрьме. В советское время, зажатый. По санкции МГБ меня взяли, московское КГБ. Я нашел время проповедовать, куда я не мог проникнуть раньше. Представь себе, охранники с этажей собрались, офицеры стоят и слушают. И я проповедую 2 часа. Это моя кафедра, где в тюрьме. Ну что тебе доказывать? Мне кого показывать, когда я не знаю? Я когда был, спрашиваю, а у вас были там священники? Да, был священник, вот на этой кровати он лежал. Он целыми днями лежал, и все. Иногда тут выйдет, в шахматы поиграет, там в шашки поиграет. Все. Я ушел, там вся тюрьма гудела. Там такие были мысли. Меня начальник вызывает, начальник тюрьмы. Задает вопросы, будет, нет, война с Китаем. Написано, нет, что будет правитель Михаил Мещенный. Это уже здесь, в Барнауле. Полковник Соломин Александр Семенович. Меня допрашивает следователь. Ну, он меня допрашивает, или я его допрашиваю. И следователь принимает крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы умирает по-христиански. Жена сообщила. Было бы желание, а огонь у тебя будет, он будет попалять все. Я помню, был в Ташкенте, когда в ташкентской тюрьме. Я ночью на молитве. Я никого не зову. И мне утром говорят, вчера, говорит, ночью с вами вместе на коленях 7 человек становились. Можно мы тоже с вами станем молиться? Мы, говорит, заключили сегодня союз ночью не курить. И весь табак утопили, в туалет смыли. Но некоторые не выдержали на утро, стали там матрасы теребить, вату курить. А 5 раз остались.
Так, Сергей, дорогой брат, я тебе отвечаю. Хотел бы я молчать, но внутри меня был как бы разлитый огонь. Я удерживался и не мог. Господь говорит, искал я, кто бы стал в проломе стены, и не находил. Господь говорит, кого послать? Исаия выскочил, меня пошли. Вот я такой же выскочка. Я сразу выскочил, Господи, меня пошли. Куда? Господь говорит, в тюрьму. В тюрьму, да как я там буду? Господь говорит, научу. Я опять, Господь меня в тюрьме перемолол. Я говорю, Господи, я это уже прошел. Переводи меня в другой класс. Он говорит, ну в лагерь пошли. А дальше, меня 26 лет только психиатрия пытала. Это не 2 года, 26 лет меня преследовали. В какой бы университет я ни поступил, а я поступал, где конкурс был, 14 человек на одно место. И я сдал экзамены. И меня все равно выгонят оттуда. И я должен был это нести с радостью. Ничего особенного. Это мой путь, мое избрание. Я отвечаю конкретно делом. Это мой путь. И это понятно, это самородки, они попадаются раз в 100 лет, самородки такие, но... Что нам страну на ноги поднимать из страны и положение исправлять нужно, проповедовать некому. Я вот у кого не спрошу, я вот у батюшки говорю, батюшка, ну а кто у нас в стране проповедует? Вот у вас вчера спросил, кто у нас проповедует? И все мне говорят, проповедуют, есть кто проповедует, а сказать никто не может, кто проповедует. А кто проповедует? Да у нас никто и не проповедует. Кто у нас проповедует? Я еду в Москву. Мне кого? Смотрите, я не знаю кого. Скажет, а ты где-то слышал? Я не слышал, я. Со мной едет брат мой. Мы едем, команда 6-8 человек. И мы едем в общем вагоне. Билет бесплатный, мы работаем в мостопоезде. Бесплатный билет. В любой конец страны. Мы ехали через Среднюю Азию, переплывали Каспийское море, по Молдавии, Прибалтика и возвращались домой. Это в один конец считалось у нас. И нам давали такой билет. В вагоне пройти нельзя. Забито, проводник не может пройти. Я находил место. Вот я пошел в Санкт-Петербург, тогда Ленинград был. Зашли в Исаакиевский собор. Ну зашли в собор, но там музей. Я только зашел, гляжу так группа, а там группами разбиваются, и эти гиды проводят. И подводят к центральным вратам. И там написано, поднимите врата верхи ваши, и войдет царь славы. Прямо написано так. И гид объясняет, говорит, это вот на Пасху, когда священник празднично украшен, и он заходит, ворота открываются. Я начинаю объяснять, и говорю, это не так. Она, девчонка, оказалась, до того хорошая. Она говорит, а как? Я говорю, дело вот в чем. Христос, Бог, Он ни перед кем не кланяется. И когда Он воскрес в славе и входит в небо, то вот, это образно, там как бы перекладина, это... Перекладе над косяками. И поднимите врата верхи ваши. Он не входит. Господь не входит. Вот видишь, как долба. Ему надо выше. А он не склоняется. И врата поднимает верхи ваши. И войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы. Он из преисподней поднялся на небо. Она говорит, вот-то теперь рассказывайте. Я тогда не знаю. Нам не преподавали. Я беседую с одним. Другая группа подошла. Третья, пятая. Все пять групп. А людей там продают билеты. А тут на выход. И наконец полный храм. Да ни одной службы, может, не было при старе, чтобы столько было благодарных слушателей. Весь Исаакиевский собор под завязку забитый. А я мирянин. Я не архиерей, не митрополит, не патриарх. А вы говорите, где? Я повторяю. Каким образом пришлось вводить? Я проповедую в Эрмитаже. Проповедую в Третьяковке в Москве. И где я проповедую, народ сбивается и не могут милицию даже пропустить. Там кричат, позовите милицию, тут агитируют. Милиция не может пройти, трясут людей, не могут пройти. А я их конный зал зашел и объяснял, он тупиковый, и дальше нельзя. Тогда открывали иногда, как музейный собор Василия Блаженного, там красивые витушки на Красной площади. И я их там проповедовал. И кто-то узнал, кричат, где он? И эхо, где он? Они бегут за мной. А я вот в другое дело. Они туда, где он, они бегают, ищут. Однажды в метро в Москве я спускаюсь, и там узнали. Кричат, вот он здесь. Со всех сторон меня тут сгребли. Я им там проповедую в метро милиции. Я на территории Кремля проповедовал. Было бы желание. Но люди с разными обращаются. С разными просьбами. Я даже проповедовал. А Евангелие у меня есть. Около храма люди выходят, я помолился и начинаю проповедовать.
подошла одна женщина и мне 3 рубля. Да 3 рубля это деньги были. Она мне Евангелие положила и говорит: помолитесь. Я говорю: о чем? Да чтобы Хрущев сдох. Ничего себе. Я что, киллер какой, что ли? Не буду молиться. Я буду молиться, чтобы он обратился, сумасшедший ленинист, бесноватый, чтобы он покаялся. Вот сколько храмов погубил, кукурузник бесноватый. Вот и все, где проповедовать? А у меня вопрос, где не проповедовать? У меня в городе я иду, дом моды, фабрика, завод, хлебозавод. Нет ни одного места, где я не проповедовал. Ни одного нету нигде. Университетов, институтов во всех проповедовал. Во всех техникумах. Десятка школ. На телевидении, на радио. Ну нет места такого, где бы я не проповедовал. Даже в Вашингтоне голос Америки я там проповедовал. На голос Америки. Было бы желание, Бог тебя поднимет, двери распахнет. Я, говорит, открою, никто не закроет. Мне не надо примеры где-то брать. У меня пример Христос, я его голос слышу. Я глухой. Мирские звуки до меня мало доходят. А голос его я слышу. Давид говорит: однажды сказал Господь, и дважды слышал я это. Я 2 раза слышал. Я отвечаю конкретно, прямо по цели. Было бы желание. Вот брат едет где, везде свидетельствует. Вот Володя, то вообще такой молчун. А приходит, сегодня я в автобусе говорил, а вот пришел там где-то женщина, где-то работает бабушка, дрова колет. Познакомился с этой бабушкой, а у нее там один запился, там сыновья какие. Он работает. И бабушке туда что, придет с Евангелие большое у меня выпросил. Крупное, что было бабушке. Подарил Новый Завет. А теперь, кажется, магнитофон там ей какие-то достал, чтобы она, понимаете, любовь. С него, по его знаниям, и столько и спросится. Его это поприще. И он находит, где дрова колет, там и проповедует. Дрова колет. Ну, велика ли должность-то? А он согревает людей, он нужен. Он даже больше нужен, чем другой ОМОНовец. Вот, дорогой мой брат, тебе отвечаю конкретно на вопрос. Ты лежишь невытянутый, а ты же проповедуешь. Скольким людям ты уже рассказал? Ты лежа облетаешь всю Вселенную на этих роликах. Вот перед тобой сидит Евгений. Ты нашу беседу раньше слышал до встречи? Да. Ну, конечно, я же ее сделал, сам поставил. И я ваши беседы тоже слышал. Мне очень понравились эти ролики. А вот теперь скажи, ты думал раньше, что тебе нравилось, как мы с Сергеем беседуем, и Сергей сделает так, что нас всех троих будет видно, и мы будем беседовать? Нет, я не знал. Я не знал. А у Бога это выверено. И он я хотел... нас живых свел вместе. Я хотел с Игнатием Тихоновичем выйти вот так вот на связь в скайпе. И долго не мог выйти. Сначала там ВКонтакте писал, потом на Mail.ru писал, на Ютубе там не писал, а просто отмечал, что мне нравятся ролики там. Комментарии, может, иногда очень давал. И никак не мог вот это узнать логин, как выходить на связь. Я тоже еще не очень как бы владею вот скайпом там. Вот. И жду, думаю, ну, наверное, я недостоин чего-то, меня, наверное, принимают еще как бы, ну, не созревшего или как там, ну, не знаю. Думаю, ну, ладно. И написал уже Игнатию Тихоновичу там на Mail.ru. Дождь, мне и ответов никаких в письменном виде на Mail.ru вроде не приходило. ВКонтакте пришло, о книгах, вот, да, все хорошо. Ну, вот. Но мне же логин надо узнать вот в скайп, чтобы выйти и поговорить. Вот. И потом, значит, это... Ну как, я написал в Mail.ru Игнатий Тихонович... Ну, чтобы типа, сейчас своими словами просто скажу. Игнатий Тихонович, вот хотел бы с вами поговорить по-братски, вот на христианские темы. Не праздный разговор, но... Если вы мне ответите, приму. Если не ответите, тоже приму, без обиды, все. И вот так вот, ну, оставил. А потом уже неделю, ну, не знаю, сколько-то дней прошло, никакого ответа вообще. Ну, ладно, думаю, значит, я что-то недостоин, может быть, участвовать в разговоре или что. У меня разные мысли были. Вот. Но что значит? Потом раз, мне приходит вдруг это... логин
от Игнатия Тихоновича. И запись такая. Можете выйти на связь в любое время, и там со скольки-то до скольки-то как бы, ну, какие-то цифры были. И вот я так обрадовался, думаю, ничего себе. Сразу вот контакт его вставил, вот так вот нашел, ну, в скайп, да, и сразу нажал, и думаю, выйдет или нет, получится связь или нет. И вот у нас первый ролик тогда вот и состоялся. Тут дело вот такое, Женя. Вы вышли ВКонтакте, а ВКонтакте я не бываю. Но у меня там два человека работают, модераторы. И они оттуда перебирают и ко мне бросают на форум. И все, что вы писали на форуме на нашем, в первой строчке, вопросы, которые задают Игнатию Лапкину. Вы зайдите, и вы там с фотографией говорите, мне бы книги оставили один экземпляр, пока я накоплю, их может уже не быть. Абсолютно правильно. Книги идут к концу. Я вам сказал, выйдите в Mail.ru, дайте мне точный адрес, точный, и на той, на следующей неделе вы уже получите книги. А рассчитайтесь постепенно, как будет. Я сказал... Я уже написал адрес в Mail.ru. А и все, что вы говорили, а теперь я пишу, и эти модераторы берут обратно и ВКонтакт. Я не бываю там. Но так как православные вот эти активисты, они нас блокируют непрерывно, и поэтому вы не могли получать долгое время. Нас замораживают и замораживают. Да, вот иногда я тоже, обращал на это внимание. А я ответил вам в ту же минуту. Как только получил, я сразу отвечаю. Даже не в час, а в минуту. Так что, Потом я вот с Сергеем хотел это как бы, ну, выйти на контакт. Сначала вот письменно как-то вышел немного. Потом думаю, надо как-то вот это, по скайпу тоже с ним поговорить, пообщаться. Но тоже не знаю же этого, как по скайпу выходить. Там логин же надо знать, я логин не знаю. А теперь вот Сергей вот сам вот он как-то сделал так действительно, и втроем сразу вышли. Это вообще удивительно. Ну, не то, что удивительно, а просто радует, вот, радость такая. А ты смотри, Сергей, я сейчас только надел наушники. Через наушники лучше слышно. А я вот тоже в наушниках, это, чтобы это лучше слышно было. Китаец один долго изучал воду и молоко. И 10 лет прошло, он говорит, а молоко лучше воды. Я с наушниками. Это вот есть такой фильм поставили Александра Солженицына «В круге первом». Когда он заходит перед Абаковым, а это министр внутренних дел, и он заходит и сел. И он так на него говорит, а ты знаешь... Ты сел, ах, ты просил разрешения-то? А зачем просить? Раз вызвали, я и пришел, сел, зэк. Там у них дело такое было. Вот так. А почему сел? Да, говорит, да сидеть, говорит, китайский один ученый сказал, сидеть, говорит, лучше, чем стоять. А лежать еще лучше, чем сидеть. А тот головой крутит. Ой-ой-ой. Да ты знаешь, я как могу разговаривать? Он сразу на него. Как можешь разговаривать? Худо будете разговаривать, я совсем ничего вам не скажу и уйду. Им нужно было прибор сделать, прослушивать, определять, кто сказал. Ну, видели этот фильм. Там Евгений Миронов играет вообще сильно. Певцов, Дмитрий. В круге первом Солженицына. Просто зарядите, посмотрите, поймете, о чем я говорю. Поэтому... Я книгу читал. Я этот эпизод помню, он мне тоже очень понравился. А там почему вот он так сделал? Потому что там же надо было силы экономить. В любой момент могли на этап и куда-то это. Да. И вот он поэтому как бы силы зачем тратить, когда надо их экономить. И он знал, что ничего он уже хуже-то не сделает ему. Да. Как бы убить только, если расстрелять. Если... А? Он ведущий инженер был, конструктор. И он говорит, я был тогда, говорит, там в Германии это был, и пришел Геринг, генерал какой-то, а мне, говорит, какая разница, кто он-то, а этот сидит и слушает, ты-то кто такой тут так? И он перед ними точно так же шапку не ломал. Вы во мне нуждаетесь, на этап пошлете, а убьешь его, помните, это, кавказский пленник-то, у Толстого-то, Жилин и Костылин-то был. Жилин-то совсем-совсем мало денег-то давать-то. А на тебя убьем. А убьешь, говорит, ни копейки не получишь. Я этого не боюсь. Ну, убей ты меня. А что тебе, какая выгода? Василий Великий говорит, если будете убивать меня, я почувствую только первый удар. А второй удар вы уже по мертвому телу будете бить. У меня, говорит, душа едва держится в теле. Вопросов нет больше? У меня нету. Все, тогда расходимся. До следующего раза. Ну что, брат, поблагодарим его. Это он нас свел. Низкий поклон тебе, дорогой брат. Да, спасибо.
Сергей. Сергей. Это он нас свел. Благодарю от всей души, Сергей. Вас благодарю. Слава Христу. Слава Христу. Что я сейчас зайду, тогда мы там с вами еще вопросы решим, да? Ну, хорошие уже не вопросы, Сергей. Да, конечно, мы же с вами о нем говорили уже. Они у него не из эфира взяты, а доработай в этой области. Узнавай, где людей что волнует, и задавай вопросы. Я готов ответить, если это по силам будет. По силам. По силам то, что по Писанию. А иногда начинают, когда будет конец света. Я говорю, а Христос сказал, сын не знает. Не надо выдумывать. А может Бог сделать такой камень, чтобы не сдвинул? Я говорю, ты свою дурость не можешь сдвинуть. А что я тебя спрашиваю? Ну все, брат Сергей, давай, разгоняй нас. Все, расходимся. До связи. Давайте. О, какой хороший вечер сегодня был. Вот видишь как, мы настояли на этом, и все ушло. Кажется, все исчезло. Звонит Сергей.